Shiba Inu – это токен, выпущенный в сети Ethereum. Сразу после выпуска токен появился на децентрализованных биржах, в первую очередь на площадке Uniswap, а после взрывного роста его популярности его добавили и на другие биржи. Во время запуска в августе 2020 года было выпущено суммарно 1 квадриллион токенов SHIB. Целью проекта создатели называли выпуск токена по низкой цене, чтобы любой пользователь мог приобрести миллионы монет. Разработчики сознательно установили его стоимость значительно ниже 1 цента, и декларируемая стратегия состоит в том, чтобы снизить цену до 1 цента и тем самым сделать его прибыльным для ранних инвесторов. Еще одной целью проекта было привлечение внимания к сфере криптовалют, а так как символ Shiba Inu это милая собачка, криптовалюты будут ассоциироваться с чем-то приятным. Oh, science. Well, I was created by science, my dear child. Пройдемся немного по фундаменталу. Shiba Inu у нас на 15 месте с гигантской капитализацией в размере около 12 миллиардов долларов. Купить ее можно, в принципе, почти везде. На Binance, на Coinbase, на Gate. Проблемы купить ее у вас не составит. Shiba начала сжигать свои монеты, что должно повлиять на рост цены. Но с такой капитализацией им придется делать это чаще намного. Также у них есть свой пройденный аудит, Certic. Набрали они 92 очка безопасности. Но для меня лично это все-таки высокорисковая монетка. Что касается официального сайта Shiba, у них есть своя свапалка Shiba Swap. Здесь можно обменивать любые токены, которые есть на самой бирже. В принципе, здесь огромное количество токенов, но я и лично не пользуюсь и никогда не пользовался. На телеграм-канал подписано у них почти 80 тысяч подписчиков, не так много, как хотелось бы, но это только телеграм. В инстаграме у них уже 136 тысяч подписчиков, уже лучше. Твиттер у них бешено раскачан, у них здесь почти 3 миллиона подписчиков. Это огромное комьюнити. Также на Reddit у них 500 000 подписчиков и на Дискорде 185 тысяч подписчиков. Комьюнити Shiba Inu очень большой, это не может не радовать. Перейдем к графику. Сейчас у нас идет небольшая зона накопления. Наконец-то Shiba Inu начали откупать. После пампа Shiba Inu у нас был постоянный нисходящий канал. Сейчас ситуация улучшилась. ЛСБ сейчас покупки, но на самом деле сейчас очень хорошая ситуация для того, чтобы закупиться Shiba Inu. Но вы должны понимать, то, что токен высокорисковый и можно потерять все. Поэтому моя рекомендация не больше 3% от депозита. Я не закупался на начале роста, но я закупился где-то вот на этих отметках. И выходил я уже на падение, я не успел зафиксироваться в свое время, вышел где-то вот здесь. Но в принципе я свои деньги забрал и сейчас не жалуюсь. Смогут ли нас возить ниже, я думаю уже не могут, но даже если свозят, то они ниже вот этой отметки и дальше полетим по стопам. Главное это уметь ждать. Если мы вернемся к предыдущим отметкам, то мы сделаем до 5 иксов. Но нужно понимать то, что токен имеет очень большой риск. Монета может полностью заскамиться, а может вот так вот держаться на протяжении 2-3 лет. Поэтому рассчитывайте свой бюджет и вкладывайте правильно. Не нужно вкладывать в такие проекты большие деньги. Они могут заскамиться, но и с другой стороны могут сделать тебя богатым. В прошлом ролике я рассказывал, как вести свой бюджет, поэтому сейчас должна появиться подсказка. Переходите, учитесь. Также не забываем про мой розыгрыш в инстаграм. Разыгрываю я 1 000 000 шибы. Спасибо за внимание. Всем пока.